Начнем так. Ревелия! Who are there such a fuss over poaching? There's enough beast flesh for everyone. Someone's going. You've made a mistake. Stupid. You dare slay one of my own? You will fall. Ага. Confringo. Your poaching days are over. Твои браконьерские дни сочтены. Who lived here, I wonder? Ревелио. I know what that means. Merlin trial. Yeah. А ну давайте посмотрим. Неаполитанский шар. Что это? Ну, не так существенно, но... Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Так, ну мы куда идем? На испытание или к паукам? Ладно, мы немножко... Ладно. Побежали туда. Потом. К паукам. Уже кто-то там гремит так. Вот это нифига себе. Давай-ка. Слушай, тут там тролль. Ну-ка. Confringo!
Да неплохо, неплохо. Что хочу сказать, неплохо, не дурно. Не дурно. Так сказать, не дурно. Я не знаю, кто там. Так, давайте, давайте. Тут тоже летать нам везде. Так, с профессором мы тут. Так, ну давайте пробуем. Все-таки я хочу... Так, а то забываю сохраняться. Over here. Сюда. Иду. We're not alone. Нет, две сторонники Ранрока. Вижу как минимум дюжины, но их может быть гораздо больше. А можно трансфигурировать? Могли бы, но мы же понятия не имеем, что творится. Но самое главное, я хотел бы выяснить, что они тут делают. Их лагерь впереди. Прежде всего, давай проведем небольшую разведку. Пойдемте. I'd suggest we use the disillusionment charm here. Disillusionment. I think this. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me sitting around all day. Quickly now. Ладно, я понял. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. А что это такое? Petrificus Totalus. Ну-ка поищем. А мы сейчас глянем. Petrificus Totalus.
Or, I suppose we could charge right into their mist. Stop it! Exposer! Stuck. Stuck. Я понял. Я должен что-то найти. Надо было ударить этот в спину ему. Понял. Понял. Я понял. Вот оно как. Так, ну что ж. Wizards will have no choice but to submit to us. Ну их до хрена. И там два стоит вместе. Я не могу понять, что мы... А!
over. Что тут делаешь? Зачем мы вообще здесь? Зачем я сюда? А как нам? Нет, там река. Там не... Зря я сюда спустился. Так, а здесь ничего нет? Странно. Понял.
Я не могу понять. Конечно, может быть, надо бы... Не пойму я. Ну все, пролезли. Обыщи башню и все вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ к достойному будущему для всех гоблинов. Ранрок. Обыщи башню и все вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Пролётся кровь. Have always been antagonistic towards wizard kind. Слушай, нас чуть не прибили. Нас чуть тут не прибили. Looks like we found the entrance. Похоже, мы нашли ход. Ищи, что связано с именами. It's locked. It's locked. Так, an unlocking charm. Отпирающие чары. Очень полезное заклинание. Сейчас на это нет времени, но если у вас не будет получаться, то я покажу вам, в общем-то. Так, ладно.
Что ж. Ну, нам надо записку почитать. А. Вопросите. Ясно, ладно. Так. Записка от гоблина. Эвущий башню ищи что-то, что связано с именами. Если найдешь, поможет на подручном ключе с тумбутным. Ищи что-то, что связано с именами. Ладно, будем искать. Ревелио. Интересно, кто это? With robes like that, it could be anyone. В такой одежде кто угодно. Ладно. Эти метлы на века были зачарованы много лет назад. Никто не видел, чтобы заклинания держались так долго. Welcome to San Bacar's Tower. Вы сказали, башня Сан-Банка. I did. Именно, Бакар, еще одним хранителем вам только что пришли познакомиться. Я рад, что не ошибся, когда после прошлой встречи предложил, что мы скоро увидимся вновь. Хотя, судя по шуму, что я слышал, вам было нелегко сюда добраться. Рядом с башней мы столкнулись с гоблинами. Знали о моем сейфе, само по себе тревожит. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will in time see you back at the Maxchamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ragnarok's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, но пока есть более важные дела, требующие вашего внимания, например, хранилище древней магии, если я не ошибаюсь. Тогда оставлю это дело в ваших умелых руках. Однако будьте осторожны. Хорошо, сэр. Встретимся в зале картографии. Ну что ж, попытаемся пройти. Вот там бурлится.
Ну что ж, будем надеяться. Ныряем. Так, идем. Первое испытание. I've seen this before in Gringotts and the restricted section. Ну такое в том числе запретное это было. Ну, где же результат, пожалуй, надо смотреть. Тоже сундучок, да? Ну, будем надеяться, что мы должны брать денежку отсюда. Сейчас эти друзья выскочат. More traces of ancient magic. Something must be different. These are never a welcome sight. Приятных вид. Know what to expect this time. Ага. Ага. Bring it.
Ага. У нас тут чуть-чуть потрепали. Ревелио. Так, а давайте вот туда зайдем. Там вот проход есть. What have the keepers planned for me? Знать бы, что уготовили мне. Ревелио. Шар, хранящий древних тайну. Интересно. Конечно, используем. Нападение 195. Бега себе. Так, пойдемте, пойдемте. Ревелио. Ясно. Was it Accio I used before?
Да, давайте, давайте. Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Changes when I move in and out of the archway. Yeah. А ну-ка. I can see a way out on one side, but when I pass through the archway, it's blocked by a wall. Я вижу выход. I can see a way out on one side, but when I pass through the archway, it's blocked by a wall. А мы же уже тут были. А.
Или ты вернулся назад? Я сюда не так вернулся. Я что, вернулся назад? Мы вернулись назад. Это я вернулся назад. Получается, я вернулся назад. Точно, точно. Я вернулся назад. Нет, это там назад. Ладно. Опять эти статуи. Бля. Ага. Сколько же этих статуй, вашу медь? Слушай, нам два раза это окозячили нас. Thank you.
Так, ну, друзья мои, пока мы вот здесь вот сохранимся, потому что у меня тут заканчивается.